Я только что установил это приложение, и посмотрите вот туда, вот там, видите? Открывая Stand of 3, у меня что-то грузится, посмотрите, Stand of... Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня я вам покажу Stand of 3. Да-да-да, Stand of 3, вам не послышалось. Но перед началом данного крутого видеоролика, вам, ребята, надо поставить лайк. Если ты ждешь обновления... В течение 3 секунд поставь лайк и подпишись на мой канал. Иначе я продам твой инвентарь. Давай, у тебя 3 секунды. 1, 2, 3. Надеюсь, ты поставил лайк и подписался. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Дело было так, я как обычно сидел, втыкал видосики на ютубе, и тут мне пишет мой модератор на ютубе: «Кентуха, есть дело». Я такой думаю, блин, это или просьба о прокачке, или вызов на дуэль, или просьба о бесплатном пиаре, но нет! Он мне пишет: «Кентуха, у меня есть Stand of 3». Давайте я вам сейчас покажу переписку, чтобы все было максимально честно. Пацаны, посмотрите на вот это. Пишет: «Привет, ты тут?» Я такой: «Ну да, я тут». Спрашиваю: «Ты по делу?» Он такой: «Да, короче. В общем, мне слили обнову». Я такой думаю: «Да это рофл какой-то, какую обнову?» Он говорит: «Я серьезно». Я ему пишу несмешимые подковы. Он говорит: «Я отвечаю, могу скинуть ссылку». В итоге он мне кидает эту ссылочку. И прямо сейчас я ее скачаю, и мы посмотрим, что же будет по этой ссылке. Надеюсь, ребятки, вы готовы? Надеюсь, вы поставили лайки? Ну а мы приступаем к скачечке. В общем, он мне скинул ссылочку, я подумал, что это какой-то вирусняк, но нет. Это был обычный файлообменник. Я нажимаю кнопочку «Скачать», скачал приложение, установил, и идемте дальше. Так, я только что установил это приложение, и посмотрите вот туда, вот там, видите? Stand of 3, даже ярлык такой, как в Stand of 3. Блин, слушайте, прикольно, правда название странное. Stand of без пробела 3. Ух, поехали. Блин, я, честно говоря, сам не знаю, что меня ждет, но я уверен, что это будет однозначно очень-очень весело. Так, ну что, открывая Stand of 3, у меня что-то грузится. Посмотрите, Stand of 3, new update. Так, подождите. Не удается подключиться к сети. Так, ребят, ну нормально же общались. Чё это за хрень? Давайте нажмем попробовать снова. Ох ты нас, спасибо. Это подарочек, кентухи, да? Не, конечно, спасибо большое, но подарок в виде рекламы мне он вообще нафиг не нужен. Да, конечно. Закрываем рекламу, погнали смотреть дальше. Внимание! Мы обнаружили то, что вы пытаетесь зайти с подозрительного устройства. Да как? Какой подозрительный? Обычный эмулятор. Пожалуйста, введите текст с экрана, чтобы доказать, что вы не робот. Блин, чё-то как-то подозрительно. Введите один. Ввожу циферку 1. Нажимаю продолжить. Введите цифру 2. Ну давайте введем цифру 2. Я не знаю, что это такое. Ну-ка. Введите цифру 2. Введите цифру 3. Да блин, я что, до 10 буду или как? Ввожу циферку 3 и... Мы вас развели! Блин, это гениально! О, блин, просто гениально! Ведите 1, ведите 2, ведите 3, мы вас развели. Еще мое лицо, посмотри, какое красное. Я даже помню этот момент, это когда, короче, я снимал GTA, и у меня не было нормального освещения. И я всегда на каждом стриме был таким вот красным, как помидор. Потом, короче, я начал делать вспышку с телефона, тупо вспышку в телефоне включал и на себя наводил. Но потом, спустя год, я себе купил, наконец-то, нормальное освещение. Блин, ребята, ну просто 5 с плюсом, тупо развод, прям зашибись. Короче, если у вас есть друг, над которым можно пошутить, просто качайте это приложение и показывайте ему, потому что это просто гениально. Большое спасибо автору данного приложения. Прям респект, потому что, ну это реально было смешно, это реально круто. Но вы, мои уважаемые подписчики, по ссылочке в описании можете скачать и разыграть ваших друзей. Типа вышла обнова, типа смотри, какой я крутой, ну и так далее. Вы поняли, да? Ну что же, в принципе, на такой хорошей, позитивной ноте я заканчиваю данное видео. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же!
Всем удачи и всем пока!